В основном мероприятия в день репетиции Дня города 6 июня проводились в онлайн-режиме, а вот одно было частично в онлайн, а вторая половина, финальная часть, вживую. Уже после Дня города мы пообщались с главным идеологом этого квеста Дмитрием Баглаевым. Ну, идея, в общем-то, не нова. Квесты — это достаточно популярная тема на всяких общегородских мероприятиях. Я немного приоткрою таинство организации всех таких мероприятий городских. Загодя, там условно за месяц, у нас начинается работа с рабочими группами, где все ответственные за каждую часть мероприятия. В этот раз было точно так же, с тем лишь отличием, что это был онлайн все. По Zoom, по Skype мы собирались. И структура работы построена так, что кроме привычных мероприятий набрасывают все свои идеи. Так вот, у Юрия Кирилловича есть такая фишка, что кто придумал, тот и реализовывает. Ага. С одной стороны, людей это может отпугнуть, но мы же все стремимся к тому, чтобы управленцы были не из боязливых. Поэтому те, кто набрасывают идеи, те их реализовывают, и это очень классная фишка, потому что вот конкретно в нашем городе очень много тех, кто генерирует гениальные идеи, но они думают. Да. Порой они действительно гениальные, но исполнять их почему-то должны кто-то иные люди. В этом, в общем-то, вся загвоздка. Так вот, в этот раз набросали разных идей, в числе прочих был квест, и вот пришлось его организовывать, да. Суть квеста была в том, что, ну, во-первых, это должно было происходить онлайн. Это было озвучено даже вами в репортаже. Это уже была подсказка. Первая и такая ключевая. Но, как в любом квесте, эта подсказка не буквальная. Многие ее прослушали и решили, что это будет такой классический квест с беготней по городу. Нет, вся основная задача по решению квеста была дома, в кресле, с кофе, с чаем и с картой. С картой, причем я на это намекал сразу, несколько раз цитировал отрывок из песни романа Стивенсона «Остров сокровищ», что был отсыл к пиратству, а любой пират находил свой клад по карте. Да. Было 9 фотографий, с разных локаций города Славутич. Фотографии не буквальные, а лишь фрагмент. И там еще загадку в этом острове. Да, это, в общем-то, было чуть ли не основной путь к разгадке, что мало того, что надо было на карту, надо было еще знать свой город. Как минимум быть там хотя бы один раз. Да, угадать все было на грани нереального, но все угадывать и не надо было. И вот так в процессе этого дня с 9 часов утра сначала каждые полчаса была подсказка, потом настолько ускорились, что каждые 5 минут. Когда фотографии, и это даже хорошо, что не разгадан был квест сразу, а практически до самой последней подсказки. То есть вся идея прошла от начала до конца. Я боялся, одновременно боялся, что это будет и очень сложно, и боялся, что очень просто. Да, и там плохо. Но получилось хорошо. В конечном итоге все-таки получили люди последнюю подсказку, что на карте должна появиться стрелка. Ее образ читался очень легко, если угадать все фотографии. Не настолько он читался легко, если угадать не все фотографии, но все-таки читался. И все. И в процессе, опять же, обсуждений в Фейсбуке я постоянно давал какие-то скрытые подсказки в комментариях, в описании. В том числе и здесь. Несколько раз цитировал царя Леонида в его ответе к персидскому послу «Приди и возьми». Последняя подсказка указывала явно на место, где был спрятан ключ к разгадке. Опять же, все восприняли слово «ключ к разгадке» как образ, а там действительно был спрятан ключ. Да, в 4 утра я проснулся на монумент, в районе монумента БТР, прицепил табличку, которую мне за день до этого Юрий Оленич напечатала на ЧПУ. На этой табличке был мой номер телефона. И призыв: позвони, ты в шаге от клада. Человек позвонил в конечном итоге. Я проверил, не нашел ли он эту табличку случайно. То есть задал ему вопрос, как он к этой табличке пришел. Он ответил правильно: карта, большая стрелка. И все, я дал ему последние рекомендации. 38 шагов строго на юг.
Потому что там же в 4 утра с компасом я читал 38 шагов и на цепи повесил ключ там на дерево. Ну, я так понял, что первое, второе место там были буквально, ну, считанные секунды. Просто одни были на велосипеде, а другие были пешком, так? Я до конца не разгадал эту интригу, да, но получилось здесь действительно, как в настоящем поиске клада, мало того найти ключ, мало найти сундук, надо еще отбиться от конкурентов. Ага. И унести сундук к себе. Понятно. Порой это самая важная задача, и здесь даже она была реализована. Понятно. В конечном итоге люди с ключом перезвонили, сказали, мы нашли ключ. И они получили последнюю загадку. Этот ключ отпирает царский двор. Что это? Ну, естественно, все угадали, что это исполком. Люди пришли туда, открыли своим ключом ворота исполкома, а там стоял сундук с кладом. Причем так повезло, что за полчаса до этого прошла свадьба, и ребята шли к своему кладу по лепесткам роз. А сейчас буквально последняя секунда перед тем, как клад был найден. А далее слово победителям Богдану и Владимиру. Что было самое сложное? Самым сложным было найти отражатель. Вы, ребят, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Вы не стесняйтесь, это считайте, что камеры здесь нет. Да, про, да. Просто объясняйте архитектору, да. Что, собственно говоря, что в отражателе было, да? Да. А как вы нашли? Я нашел по вышке. Вот, а когда вы уже поняли, что вы победите, когда наступил этот момент? Когда позвонили уже. Да. Ага, когда позвонили. А он сложный вопрос задал? Он сказал, я такой коварный задам, а не час думать буду. Нет? Нет. Нет, все было просто, да? Да. Самое сложное было, наверное, я думал, что человек придет, а как найти юг? 38 шагов на юг. Ага. Но наверняка молодое поколение быстро качнули, да, наверное, приложение? Или было у вас? Было, было. Ну, молодцы. Было, да? Я не представляю, честно, как они в уме это решили. Говорят, что в уме или, может, ага, дома. Потому что у меня такая подсказка есть, я сам на нее 100 раз смотрел, чтобы нигде не налажать. А как клад будете делить? 50 на 50. 50 на 50, да? После этого мы попросили победителей показать клад, не обманули ли организаторы их ожидания. А пока победители открывают коробку, мы увидели в дверях исполкома и вторых призеров. Простите, вот ребята открыли, значит, они победители. Здравствуйте. Да. А вы вторые призеры, да? А мы сейчас договоримся, они вам что-нибудь дадут. Да? Там есть шоколадные конфетки, по-моему, две. Мини-планшет. Так. Ну, дека. И тебе не надо. Ну, подари второму призеру. Если не жалко, подари им кружку. Да пусть радует. Нет, а все. Все, ребятки, это вам. За второе место. Так, все, смотрим, что там еще есть. Ух ты, зона. Книжка Славудич. Я тебе расскажу потом. Ага. Ну, это вообще, ребята, это, я вам скажу, стоит $30 книжка. Это вот архитектура Славутича, это одна из самых дорогих книг Славутича. Это очень дорогой подарок. Да, мы нашли. Я тебе потом скажу. О, игрушка. Ой, я деньги там, то есть, как денег же там не имею. Ну, вот мы сейчас не выстраиваем. Не обидно, что на ваших глазах приз делят двое? Нет. Все прекрасно, главное веселье. Веселье, да? Да. То есть удалось, в принципе, не догнали просто, я так понимаю. Так, головне, це спогади, типу, ага, це було весело. Все було весело. Це було цікаво дуже. І дякую Дімі Баглаєву, це було, типу, реальне відчуття, яке хочеться отримати один раз на рік, наприклад, на День міста. На День міста. Це того вартувало. Да, і на День молоді, кстати, що б не організувати, це ж саме, да? Я надіюсь, що ми проведемо це ще раз, буде якийсь повод. Я вот только що сказав, День молодежи. На День молодежі, так? Конечно. І нам треба кожен раз увеличувати масштабність приза. Чтобы прям был драйв в этом. Я понял. Это ты к кому? Это ты к спонсорам обращаешься? Да, да, я так тонко захожу к руководству спонсора. И отдельное спасибо тем, кто наполнил сундук. Киноконцертный комплекс АРР, дворец детей и молодежи, отдел архитектуры и отдел информации исполкома. И пока счастливые обладатели клада звонили домой, делились своей радостью, мы познакомились с молодоженами Славутича, которые буквально несколько минут назад расписались и стали самой молодой семьей в Славутиче. Это Роман и Ирина Демьяненко. Горько! Горько! И... Горько! Горько! Вітаємо вас. Дякую. Від всіх мешканців Славутича. Яких зараз немає. Нема, ну тому що ж вони побоялись коронавірусу. А ви не побоялись. Любов зближає. І пусть в вашій житті ніколи більше не буде карантину.